На лихой тройке примчался Петрозаводск. Традиционный веселый праздник «Зимушка-зима». Правда, застигнутый врасплох, термометр показал всего лишь минус 2, и, скажем по секрету, Дед Мороз на празднике едва не растаял. Но веселье удалось на славу. Еще толпились у семиведерного самовара любители крепкого чая. Еще не были съедены все лакомства. И не протертые на ледяной горке ботинки. А в типографии уже печатался очередной номер «Ленинской правды». На пороге стояла весна.